Он думал, ну, что хоп есть. это рация, хаб это вот этот бункер рядом с рацией. А, ну да. Ты ставишь рацию, можно построить уже что-то. Он там шайтан не с Ютуба пишет. Засекли. Спалили контору. Блять. А кстати, режим окна менять на колесико мышь. На колесико. Типа жмешь? А, я могу слона отрезать, кстати. Давай, может, танк уехал. Я иду чекать, чувак. Абрам. Убил одного перед нами слон. Еще. Там они какую-то квадратную херню уже построили из мешков с песка. 249. Меня вот. Башенка верно стоит. Почему чувак они ничего и не делают? Вот хорошо. Я. Там у них грузовик. Да-да, справа. Ага, второй образ. Понятно, это поселок. Я попробую ГПшку дать. Она с попа ставит. Северо-запада. Они от вас на западе, ближе к трэпу. Блять, они нас отбили. Вот, аккуратно, где у нас вообще маршрутка стоит. Это справа убил троих. Не, не работает. Надо этот чувак попробовать оттащить, что-то не оттаскивается. Он все, там у вас все мертвые, по-моему. Нет, нет, жив. Вдоль, вот вдоль карты прям. Да-да-да, я понял. Сейчас слева. Правый борт готов. Правый борт готов. Весь комплекс, парк. Слушай, это сами зайдут. Убил, убил, убил. Занимаюсь ими. У нас прямо слева Джимми, в упор. Убил, еще. Еще. Вам, наверное, на выезд надо уже ехать, потому что там ветер стоит. Окей. Боится, пока удаёт. Садится, по-моему, вертуха у нас в поле. Еще она делает. Да, 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 она пытается. Стоп. Стой, стой. Я пытаюсь. Назад. Стой на месте. Давай, садись. Ой, хорош. Хорош. Все, поехали. Че, вертушка минус? Да. Справа наш. Убил одного. Садись. Бойтер просто не дам жизни. Сейчас, мы уже едем. Он стоит просто долго. Да, по нам прилетело. В туретина. Прямо перед нами, прямо перед нами. Да. Бойтер на юго-запад уехал. Снял. Прямо на мне, Говоришь, зачем? Что, противник? Нет, выкопай. Джем, выкопай стройку. Прям на мне, выйди. Покопай. Колеса выбить. Да. Прямо на там. Все, спасибо. Метка актуальная, да? Не могу, да.
я по башне попал, ему похеру. Мы чинимся, минус зеленый. Зеленая, зеленая. А шитан вдоль дороги идет, по ЛГшке. Справа от дороги. Справа от дороги? Справа от дороги шел один. Слева от дороги убил двоих. Мне танк не даст, ничего не могу сейчас пока. Ух, твою. Так, какая-то херовина приехала. Бэттер, бэттер, бэттер к нам. Я пытаюсь. По дороге на юго-запад идет. Танк на вас идет, танк. КТР? Да. Подлечи. У нас тут техника. Садись на F3 и крутись. Я сейчас припасы. У них на 0.15 стоит. Бля, мне кажется, что подлетело. За дорогой они. Прям вот этот перекресток есть, типа дорог, вот там они есть, эти пехи. Бэттер уходит обратно. Бэттер с дымом, бля. Да-да, уходит. Может, Бэттер? Надо было по колесу подать. Бэттер через меня едет. Это не Бэттер, это Бэха. Так, на кропе танк, на кропе танк. Да, подтверждаю, слышу гусениц. У меня Бэха прямо на мне проезжает. По-моему сбили колесо. Мы в дерево уперлись. Да, видишь. Да-да-да-да. Я рисую, Джимми. Он налево, сколько леса здесь? Саня, ты трупу потратил или че? Да-да. Он живой еще, сидит. Где? Внутри. Подхожу, подбегаю. Да, он под газовый будет, по-моему. Да-да. По городу бегают пехи. Минус трое. Ветка. Я вижу ветку, танк. Газуй. Есть там танк? У нас гусеница, гусеница сбита. Я на тройку. Мы не транспортали. Убрал за пуликом большим. Слева убрал за пулеметом, типа. Противника. Дорогу перебегаю. А еще один, вот я смотрю на 173, лежит под деревом. 183. Прямо перед нами. Готов. Крыша! Убил, у меня нет бинтов. Надо помощи. Все, все, убил, 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 крышу. Маленький дом с антенной. Покажу чинить. Давай. А чё КС не кинет сюда арту какую-нибудь? Он чинит, чинится, стоит, починится. Надо добивать. Стоп! 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 Ебать, молодой. Все равно поехали дальше. Направо, 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 давай направо. У них починка. На 20, на 30. Стоит, короче, метка, кроп. Сейчас попробуем объект. Который ты сбил? Он будет слева от вас на северной части города, правый дом самый. Парни, там по возможности привезите мне саплай, мы починим сюда. Слева, ну по нам. Дают трубу. Опять гусля слетела, я на стрелка. Блять, не спеваю. Под вышкой, под вышкой. Да вижу, перезаряжаюсь. На кропе же. Я не могу понять. Девятый, по возможности танк наш пообороняйте, сейчас починку поставим. А, я могу попробовать зажениться, кстати. Как, сука, мураши на нас бегаются. Да-да-да. Бекер, я иду синий к вам, пробую дым. Синий дым, синий я дым. Я наглушусь, чтоб не слышали. Многоэтажный, да? Двухэтажный. Видел, видел, видел. Ага. Они нас дымами закидывают. Они на мне прям. Просто нашел рыбу. А можно нашел там? Он там же лежит. На холмике, понял? Можно попробовать починиться. Я выхожу, да, чиниться.
Все, починка пошла. У вас есть, если что, патроны? Могу вас взять? Есть, есть, есть. Но немного. Где? Нет. Блять. Тут это контролит нашу высадку. Левый, левый, левый дом, Бекер. Вот куда ты вперед, только левый. Ну, я не вижу в этих деревьях. Копай. Сейчас попробую. Танк, говорят, на востоке танк, внимание. Мы почти починились, готовы принимать его. Хорошо. Поглядываю, поглядываю север. Нами что-то упало. Фобу, фобу копаните, фобу. Макич. Подожди, по танку труба летит, отрабатываю. Куда туда улетел с кустов? 24, краю, кромка. Блин, по-моему, так сидит на крыше здания, где фоб стоял. Сейчас и попробую убрать его. Он куда открыт? Под какую? Под север или под юг? Я, короче, сейчас с севера к нему уже подошел, кажется. Пять. Удар. В общем, наш удар. Да. Ай, хорошо. Все, может быть, сейчас сядет. Все, побежали. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.